Ты будешь в шоке, но сегодня я бы хотел подарить тебе данный нож за 15 тысяч рублей. Чтобы именно ты забрал его, тебе всего лишь надо подписаться на канал, поставить лайк, включить колокольчик и писать чем можно больше комментариев от 5 слов. Конечно, указав ID в ВК и Телеграм, чтобы я с тобой связался. Можешь создавать хоть сотни аккаунтов и звать своих друзей, писать комментарии, чтобы забрать свой приз. Выполнять все условия нужно, конечно же, под всеми роликами, где есть розыгрыш. Ведь именно в них я рандомно выберу человека и отдам нож. Скины я постоянно раздаю в Телеграме, на Твиче и на сайте, так что сомневаться в честности никто не станет. А теперь погнали смотреть крутую роль. 331 рубль баланс на форс-дропе, и прямо сейчас мы вместе с вами будем проверять все те же самые-самые дешевые кейсы и, конечно же, пробовать окупиться, потому что форс-дроп убрал актуальные кейсы пользователей, персональные кейсы пользователей. И что мне сейчас делать? Будем смотреть. Сразу скажу перед началом, если ты будешь играть на этом сайте, используй промокод 40солома. Да, это самый рабочий, самый лучший и самый окупной промокод, который только здесь есть. Любая сумма умножается на 40%, и это, пожалуй, наверное, один из самых больших промокодов, которые только здесь есть. Так помимо того, что это самый большой промик, он тебя еще и окупит. Поэтому обязательно используй его, вводи 40 солома. Без разницы, как ты ведешь, ты всегда будешь получать самый большой и самый лучший бонус. Ну а мы полетели. Сразу скажу, зайдем в популярные кейсы. Ой, не знаю. А ну его нафиг. Давай откроем ПГЛ мажор. Да, да, нет, нет. Вроде бы и красная есть, вроде бы и ножи есть, и вроде бы кейс здесь новый. Посмотрим, окупит, не окупит. Если не окупит, да и фиг с ним, пойдем в самые дешевые. Сегодняшний? Ну нет, ну нет. Ну добро пожаловать в ад детектива, это очень слабо. 26 рублей. Ты прикинь, мы открыли на 200, мне выпало 26. Короче, сегодня ролик будет максимально кринжовый и максимально крутой, потому что мы, чтобы вы понимали, только начали записывать, а у меня уже 156 рублей и все. Но при этом при всем, я зашел в кейс, который стоит 39 рублей. Здесь есть ножи и здесь есть перчатки. Как думаете, окупит или нет? Давайте только по-честному. Мне кажется, арабесочка пролетает. Да ладно, хамелеончик пролетает. Короче, я не знаю. Хотя 138 нормально. Ну-ка, давай-ка на 117 только быстренько. Да, да, нет, нет, нитро. Нитро стоит 68 рублей в совокупности с двумя скинами. А что происходит? Они реально меня решили заскамить? Ну, если что, у меня дырявый кейс есть, я как бы, знаешь, не загрущу. В любом случае открою, в любом случае постараюсь быть в плюсе. Потому что сегодня, я не знаю каким образом, но у нас сейчас 100 рублей, я собираюсь выбить нож. Я реально это сделаю, и дальше будет только интересней. Постоянно, когда залетаешь на форс, он может тебя сливать, 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 потом как выдаст тебе. Но пока не выдал. Задрот 25. Ну не знаю, задрот неохота. Что-то прям, знаешь, прям опускаться в самый низ вообще не хочется. Хочется просто пооткрывать кейсики, но пооткрывать, знаешь, как... Блин, я даже не знаю, как вам сказать. Водяной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Подождите. Чего? Я выбил нож с кейса за сколько рублей? Так, давайте продавать. Давайте 100% это продавать. И подождите. Я выбил нож с кейса за 8 рублей. Это как вообще? Просто единственный нож, чистая вода. Вот ты представляешь вообще, что происходит? Меня просто сливало-сливало, потом он просто мне бац и отдал. Давай попробуем открыть ровно 3 раза, посмотрим, что из этого выйдет. Ну не 3, давай 5. Может быть еще раз насыпет. Хотя знаешь, когда у тебя 11 тысяч, я хочу опуститься маленько пониже. И я хочу пооткрывать вот что-то типа такого. Да, вот, нет, наверное, даже пониже. И еще пониже. Вот, что-то типа градика, что-то типа пофармить скины. Че думаете, мужики? Обалдеть. Агенты? Нет. Ультрафиолет? Возможно. 5290. Что думаете? Если откроем на 5200, есть ли у нас шанс выбить сейчас ножик? Только честно, одна попытка. Я надеюсь, что да, потому что если не выпадет, будет совсем обидно. Let's go. Ну, такое себе, да? Подожди, нам выпало 6000 рублей. Подожди, мы потратили 5290. Это фарм ультрафиолетовых ножей. Мне не выпал ни один нож, но мне выпало 6000 рублей. Понимаете, да? Или не понимаете? Мы окупились, при том, что нам не выпал нож. А можно так постоянно? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, когда-нибудь-то нож, во-первых, когда-нибудь нож должен выпасть. Ну ладно, а вот сейчас он взял и не окупил нас. А прикинь бы, вот, допустим, вот если вот говорить честно, мы бы открывали его 10 раз, и 10 раз бы он нас окупал, и мы просто бы ждали, пока выпадет нож, нож выводит, нож выпадает, мы его забираем. Ну, пожалуйста, форсик, один раз ножик. Блин, а почему? Ну, просто 5500. Ну, слушай, ну, он окупает, но он не дает, поэтому не надо. Ну, что-то типа механки попробовать. Да, она хотя бы подешевле, знаешь, 3200, ну, хотя бы хоть, ну, чуть-чуть подешевле будет. Блин, либо пойти
фарм-ножа, просто психануть и все. В любом случае, сегодня я перевыполнил план, но дальше будет 100% интересней, потому что если из кейса за 8 рублей не выпал нож, извините меня, сейчас, мне кажется, дальше будет только горячей. Прикинь, если мы сейчас пойдем популярочку. А давай так и сделаем. Пока у нас 8 тысяч, ну давай посмотрим. Все-таки, знаешь, вот есть ностальгия еще, может быть, здесь готовится Хэллоуин, успешный успех. Давай успешный успех на 3 раза, на 2 раза, как раз таки на 3 не будем, потому что если откроем на 3, есть шанс, что мы сольем, а сливать совсем не хочется. Let's go. Блин, волосы у нас у мужики, я не знаю, плюсните в комментарии, есть у вас это и нет история. 19 лет, растут. Волосы в носу. Окей. 15 тысяч рублей. Окей. И это только начало. Мы продаем скин. У нас 5 тысяч рублей. Ягуар мы будем апгрейдить примерно через минуту. С ним мы сделаем невозможное. А пока что давайте на 5 тысяч рублей пооткрываем. Слушай, давай еще раз его откроем. Нет, ну если, извините меня, тебе с 6 тысяч рублей падает 15, то по какой причине я должен вообще, в принципе, уходить из этого кейса? Я не понимаю. Ну, может быть, потому что тебе выпадет P250 роспись, которая стоит совсем мало. Подожди, она не стоит совсем мало. Она стоит ровно столько, сколько стоит кейс. Еще на одно открытие. Слушай, как будто бы этот кейс какой-то очень крутой, нет? Почти пантера еще раз. Здрасте, приехали. 6765. Вы видите вообще, что происходит? Так, давай на 2 раза. Это самый популярный кейс на этом сайте или что? Ну, нет, самый популярный-то точно нет. Это старый кейс, а старые коллекции его просто здесь оставили. Это самый окупаемый кейс за сегодняшний день точно. Независимо от того, сколько он мне выдает, а он продолжает меня окупать, у меня баланс 10 тысяч рублей. Он самый окупной. Быстро на 9. Это просто нонсенс. Ну, камон, мужики. Давайте так. 6 тысяч рублей давайте оставим тогда на завтра. Сейчас обязательно, пацаны, если будете играть, используйте промокод 40 солома, потому что он вас окупит и даст самый большой бонус. Ну, а через 2 дня будет розыгрыш ножа. Поучаствуйте. Просто поставьте лайкосик, а мы выводим нож за 20-ку.